Добро пожаловать в Crysis. Меня зовут Алексей, а вы на канале Алексуф, и мы продолжаем, в общем-то, прохождение. У нас мы, в общем-то, на каком-то острове. Я не помню, как этот остров у нас называется. Как-то на L, короче. В общем-то, наш герой Номанд. Он не один, он здесь с командой у нас. Вот, и, в общем-то, что у нас вообще там по заданиям, надо посмотреть. Ну, в целом, то есть, наша глобальная цель — это найти каких-то то ли археологов, то ли кого-то там, короче. Вот, по крайней мере, понять, что там с ними случилось. Мы находимся сейчас на КПП. Дополнительный штаб корейцев. Это, видимо, то, что мы сделали. А, нет, у нас вот где КПП. Но у нас есть задание сходить в штаб. В общем, мы сейчас отправимся, наверное, в штаб, скорее всего. Потом пойдем сюда. Просто, в принципе, мы можем сразу пойти сюда. Но я думаю, что мы все-таки, наверное, вначале сходим, прогуляемся. Это нам куда-то вот в ту сторону надо. В прошлой серии мы тут отвоевали. А у него другие, да, патроны? Слушай, да, у него другие патроны. Этих у нас полным-полно. В общем, ну что ж, погнали. Мы, наверное, проедемся сейчас на машине туда, скорее всего. Так. Насколько я понимаю, можно, в принципе, и не ехать в этот штаб. Ну, может быть, там просто больше информации будет у нас по сюжету, по крайней мере. В общем, что-то здесь на этом острове произошло. И почему-то на этом острове у нас... Номанд, данная... ты приближаешься к штабу. Советую включить маскировку и пробраться туда незамеченным. Данная военная компания какая-то. Я думаю, это... какая-то частная военная компания корейская, скорее всего. Ну ладно, меня тут благополучно выживали нули. В общем, нам надо пробиться в этот штаб. Далеко, блин. Как бы так, чтобы поменьше здесь шуметь. Маскировка активирована. Тихо, не шуми. Там еще один просто стоит. Я не то хотел сделать. Максимум брони. Сейчас переберемся на ту сторону. Там посмотрим. По идее, там должен один стоять. Маскировка активирована. Максимум. Давай заряжайся. Возможно, что он здесь, а возможно, что и нет. Да, он здесь. Максимум брони.
Твою мать, я глушитель не одел. Тихо. Так, погнали. Маскировка активирована. Что, у меня гранаты есть? Маскировка активирована. Граната! Ну, блин. Я не вижу, где они там, блин. Маскировка активирована. Максимум брони. Давай, давай. Пророк, я в связном фургоне. Проверьте канал. Попробуй найти их в тактическую сеть. Здесь можно уйти? Гранаты есть еще. Твою мать. Докинул. Недостаточно энергии. Граната! Нормально. Всем. Так, ладно, в общем-то, мы сюда пришли. Так, что там нам говорил пророк-то, я так и не понял. Что это какое-то у нас? Это у нас максимум, понятно. Понял. Вошел. Копирую. Данные у меня. Иду к месту встречи. Отлично, Навод. Судя по этим данным, они эвакуировали все гражданское население за считанные дни. Что же они скрывают, черт возьми? Кроме того, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кон. Думали, будет легко? Не тут-то было. Кон — серьезный противник. А еще с ним элитное подразделение корейского спецназа. В общем, понятно, жизнь простой нам. Не понял. Там кто-то есть. Маскировка активирована. Где-то наверху. Недостаточно энергии. Максимум брони. Это было неожиданно. Это было, мать его, неожиданно. Сколько мы всего можем... А, только 10. 10 гранат можем таскать. Использовать. Коротко о главном.
Северокорейские вооруженные силы эвакуируют тысячи людей с острова Лингшан в Филиппинском море. Почему? По заявлению правителя КНДР Ким Чон Чуля, эта акция носит гуманитарный характер. Подземные толчки были зафиксированы даже на Гавайях. Северная Корея утверждает, что острову угрожает извержение вулкана. Однако, по мнению ведущих ученых США, в этом районе никогда не было вулканической активности. Госсекретарь США Дуглас Борнхейм считает, что действия корейцев следует рассматривать как вторжение. Какова же правда? На этот вопрос ответит доктор Джозеф Харфорд, председатель комиссии по делам Дальнего Востока. Итак, Джо, что же замышляет Ким Чон Чуль? Ну, Алекс, начнем с того, что это событие вполне закономерно. Северная Корея давно стремится укрепить свои позиции в Тихоокеанском регионе. Объектом ее внимания является группа небольших островных государств, которые сравнительно легко взять под контроль. Как вы помните, 4 года назад эти острова уже фигурировали в новостях. Правительство КНДР оказало поддержку прокоммунистическому движению на одном из них. К власти пришло марионеточное правительство, назначенное Пхеньяном. Когда оно объявило о национализации американской собственности на сумму в несколько миллионов долларов, произошел скандал. И чем же так опасна Северная Корея? Эту страну больше нельзя назвать задворками Азии. В 2008 году в ее жизни произошли значительные перемены. Придя к власти, Ким Чон Чхуль провел ряд экономических реформ в стиле Сяопина. В результате крупнейшие города КНДР превратились в фактически независимое образование со свободной рыночной экономикой. На сегодняшний день Пхеньян стал вторым по значимости центром высоких технологий в мире. Это позволило правительству страны приобрести у Китая передовые военные технологии. К тому же, не стоит забывать, Северная Корея располагает ядерным оружием. Понятно. В общем, вот такая у нас получается история, значит. Не все так просто. Они почему-то отсюда эвакуируют людей. Что-то они здесь замышляют. Еще вот там вот интересно корабли. Ясно. В общем, погнали отсюда. Кое-какую мы информацию получили. Даже там успели немного прибраться. В общем, возвращаемся мы сейчас обратно. Можно пустить, нет? Что там, ничего такого? Не, ничего. В общем, потому что там довольно-таки большой был репортаж. В общем, выдвигаемся мы сейчас вот туда. Это и есть у нас тот самый, на самом деле, пункт, куда нам нужно. Воспользуемся машиной. Где-то у нас в той стороне должен быть пророк и наши ребята. Там кто у нас, кстати, остался? Шут остался и, по-моему, псих остался, да? Вроде бы. Но это не точно. Дальше нам надо пойти пешком. Так, у нас вроде бы как патронов дофига для пистолета. Единственное, можно, конечно, попробовать. Если нам выкинуть наше... это оружие. И где-то у нас здесь дробовик валялся. О, дробовик. Вот такой и такой, да. Наше, конечно, оружие жалко, блин. Патрон мало. Это у нас... где-то еще здесь валялся дробовик, да, вот он.
еще 8. По 8 патрон дается. Слушай, а что там есть у дробовика? Какие есть возможности? Ну, такое себе. У него разброс этот коллиматор здесь нахер, по сути, не нужен. А это наше, да? Да, это наше. Ладно, пошли. Нам, в общем, надо вот туда. И пойдем мы туда по-хитрому. Не приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью гранат. Меня завалили. Меня здесь просто завалили. Максимум силы. Маскировка активирована. Максимум брони. Наконец-то, блин. Так, подожди. Ну, нормально им влетело там, слушай, по ходу дела. Где-то там должны быть. Но там должны быть, слушай, они быть. Нихера себе он, блин. Да. Ладно, отступаем. Надеюсь, есть еще что, пулемет. Они идут? Непонятно, здесь есть еще бочки. Что-то их не вижу. Слушай, они где-то здесь внизу, вот здесь вот, по идее. А, вон они где. По-моему, по кому-то попало. Ну ладно. Нормально. Я под обстрелом. Увидимся. Граната. Какая граната? Твою мать. На тебе туда. У нас еще есть что-нибудь? Ага. Живи, живи. Тихо. Нет!
По-моему, по мне попало. Что? Ладно, пошли, короче. Так, где у нас есть? Вот автомат, по-моему, валялся. Да, надо взять. Гранаты, ящики тоже сейчас туда. Жалко, что бочки все кончились. А вот еще есть бочка. По-моему, им там улетело. Маскировка активирована. Номад, быстрее иди сюда. Да подожди, мы тут веселуха. Что там у тебя, пророк? Недостаточно энергии. Рассказывать бесполезно, все равно не пойдет. Понял, иду. А, у меня максимум. У меня все с максимумом. Сколько можно, интересно, для дробовика максимум патрон брать? Ладно, пошли. Что-то там пророк от нас хотел. Но бочка вроде как уже потухла, она что-то все равно горит. Тоже автомат. Физика довольно здесь прикольная. В общем-то, короче, не знаю, говорил или нет, что, в принципе, Crysis, ну, как бы ощущается полностью как Far Cry, можно. Что там какая-то пещера, прикинь. Реально какая-то пещера. Пойдем-ка глянем. Где-то вот здесь, во. Максимум силы. Прикинь, реально. Просто вот такая пещера. Ладно, я думал, здесь может что-то интересное будет. В общем, прикольно, потому что здесь есть такая вариативность боя. Far Cry тоже вроде как была. В общем, Cry Engine довольно-таки интересная штука. Ты можешь правильно идем по карте-то, слушай. Да, нам мы уже близко. Они где-то здесь. Как минимум. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику.
Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Иду, иду. Куда бежим-то? Вот черт, ты это видел? Держите курс, надо найти Шута! Идем на восток! Вперед, вперед! За ним, живо, живо! Вперед! Надо искать Шута! Идем! Так где вы там, блин? Он-то. Мертв. Сукин сын. Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало как мух. Если бы я только знал, честное слово. Отойди, я его уничтожу. Прощай, друг. Максимум силы. Глядим в оба. Впереди штаб корейцев. Прикрой меня, Номад. Пошли. Что за нахер? О, блин, не знаю, я уже третий раз, наверное, здесь. И, блин, меня тут грохнули. Там надо какую-то тактику продумывать, блин. Псих, прикрой нас. Понял. Номад, иди со мной. Все уже, блин, игры кончились. Черт возьми, вокруг одни трупы. Похоже, все чисто. Иди к фургону. Я сейчас попробую влезть на канал корейцев. Номад, вы с психом охраняете периметр. Какую-нибудь дальнобойную пушку мне. Так, похоже, они взяли заложника из гражданских. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей Розенталя. Номад, иди в разведку. Осмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет — заложник, ясно? Ясно. Псих тебя прикроет, когда закончим. О, теперь у них еще один вход есть. Вообще печально, там надо что-то продумывать. Эх, в общем, нам нужно куда двигать? Нам нужно вот сюда двигать. Я бы хотел вот сюда зайти. А еще у нас где-то вот здесь находится снайпер. Или снайпер. Я не знаю, он один или нет. Непонятно. Ладно, разберемся. Разберемся по ходу дела. Пошли. Литература у него есть, однако. Это какая-то тоже, ладно.
Так, нам нужно сейчас броню. Максимум брони. Капуста, слушай, однако, здесь можно жить. У нас вот там машина, кстати, есть. Но мы на ней сейчас далеко не уедем. В общем, да, надо как-то продумать тактику. Тише, ребята. Впереди могут быть снайперы и техника. Иду к месту встречи. Остаюсь на связи. Номад, я займу высоту. Сообщи, когда войдешь в деревню. Снайпер где-то вот там вот. Это он либо в деревню летит, либо он летит в то место, куда мы планируем пойти. Да слезь ты. Триста метров. Вот он. Отсюда его нереально будет снять. У меня нет такого дальнобойного орудия. Маскировка активирована. Они же откуда не могут прийти? Максимум брони. Придется как-то так. Маскировка активирована. Максимум брони. Ага. Маскировка активирована. Ага. Максимум брони. Так, ну ладно, здесь пока нас не видно. Маскировка активирована. Мы сейчас сможем здесь зайти, да? Блин, придется прыгать. Максимум силы. Маскировка активирована. Максимум брони. Где-то здесь. Маскировка активирована. Он где-то здесь должен быть. Максимум брони. Заряжаемся, блин. Маскировка активирована. А где он? Недостаточно энергии. Максимум брони. Ну и елки-палки, слушай, а почему только два оружия можно таскать? Блин, вот это засада. Да и слушай, а у нее сколько?
Штурмовая, да? А приближать здесь нельзя? А что тут у нее есть? Твою... Ну что ж, у меня... Максимум брони. Уже, наверное, попытка третья. Слушай, там просто... Что тут не будем брать? Хотя она, по-моему, очень дальнобойная. Ну, там всего 10 патрон. Ладно, в общем, у нас здесь ребята кругом. Они где-то вот там вот ходят. Где здесь, блин, спуститься-то? В общем, там просто так не прорваться. Да, не знаю, чуть-чуть подальше, наверное, где-то вот здесь. Ага. Кстати, блин, забыл. У нас теперь... Тихо, у нас теперь прицел новый. Блин, кнопки перепутал, надо же так, а? Чуть не сагрил этих. Эти трое, они там прибегают потом. Сверху оттуда. Какая там шумиха начинается. Но мы их сейчас по-тихому, в принципе, убрали. Так что нормально. Но там еще есть. Можно, конечно, проводить дробовиком сейчас пошуметь. Но это хер его знает. Маскировка активирована. Максимум брони. Кстати, а что у него здесь? Мы всего лишь можем таскать 40 патрон, кстати. Для дробовика. Нет, дробовик в ближнем бою здесь определенно хорош. Все. Слушай, а что это, куда это мы вообще здесь выходим? А, это мы и выходим сюда, да? Подожди, у нас же здесь винтовка валяется, да. Станата более мощная. Что, я могу ее взять вместо пистолетов? Нет, он все равно выкидывает эту. Ну ладно, если что, мы к ней вернемся, короче. Просто я что хочу попробовать с этой винтовкой там пошуметь. У нее может быть дальнобойность больше, кстати.
А нам надо вот туда пробиться. Здесь деревья закрывают. Там кто-то было. Огонь! О! Как они меня засекли, блин? Даже не вижу, где они там. Они. Сеть ты, блин. Выдвигаюсь. Но этих нам надо снять. Иначе они нам будут мешать. Где он? Маскировка активирована. Куда он ушел? Максимум брони. Допустим, блин, да. Маскировка активирована. Куда он ушел-то? Максимум брони. Маскировка активирована. Если он один. Впереди корейский радар. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. Так это, конечно, хорошо. Максимум. Я не сюда планировал. Вначале я хотел пошуметь вот там вот. Во. Что у него по оружию? Ага. А, слушай, я просто беру, и у меня все патроны остаются, да? Классно. Да, приляг ты. Друзья, вот здесь может прилечь? Во, может. Хорош. Да как? Хорош. Я не понял, что это было. То ли кто-то упал, то ли что-то такое. Понял. Маскировка активирована. Где-то еще. Максимум брони. Ну я там определенно. Пошли туда. Там этот блокпост. И именно это оружие нам здесь и поможет. Подожди, что это? Нет. У меня 5 патрон. Последняя была на тебе. Там еще? Не. По-моему, там кто-то сел опять, блин. Сколько их там нахер? Так как он так?
всякая хрень, как он там шмаляет, блин. Так, вернули наше оружие. Так. А, тактический блок не нужен, штурмовой прицел. Глушители. Ну, блин, здесь, конечно, стоя это не вариант. Далековато, конечно, блин. Наконец-то. Так отсюда бы не упасть нафиг. Да, это, в общем, было вот так вот, довольно-таки муторно, но мы зато там зачистили, не сказать, что основную часть, я надеюсь, большую. Это у нас блокпост на дороге, и нам еще надо сходить к радару. Твою мать. Откуда он там взялся-то, блин? Даже это вот там деревня у нас. Мы же возле деревни получаемся, да, сейчас? Да, вот. Нет, там еще не деревня. Там у нас дорога вот сюда. Она где-то вот там. Слушай, по идее, ее отсюда должно быть видно. Но это еще ни разу не деревня. Она вот там где-то. Она, наверное, вот она, да. Ну ладно, нам, в общем, надо сейчас двигать гранатомет. Нихера себе. Подожди, а как он, на что он? А, на тройку. Понятно. Ладно, пошли, короче, разбираться сейчас с радаром. Потом, слушай, а там патрон, случайно, не к этой? Патрон валяется до хренища. Ну, с к чему патроны вообще? А, это к нашей, да. Так к нашей штурмовой винтовке, получается, да? Я, конечно, не очень силен в этих оружейных делах. Ладно, в общем, нам сейчас нужно выдвигаться к радару. Да, вот. Ага, это у нас еще одна миссия. Но это мы пока еще не сделали. Нам нужно заложников взять. Ой, заложников, вернее, нам нужно с радаром решить. А там все равно будет оттуда дорога, кстати, к этим... к деревне. Там, вернее, мост. Там один хрен. Эти обе дороги, они сходятся на мосту. А, это наша винтовка. Так, ну ладно. Какова здесь ситуация? Непонятно, что-то как-то вообще кто-то там сыт, что ли? Походу дело, слушай. Маскировка активирована. Недостаточно энергии.
Давай, заряжайся, твою мать. Максимум брони. Это еще какая-то тропинка куда-то идет. Маскировка активирована. Куда эта тропинка? Максимум брони. Маскировка активирована. Я здесь пока никого не вижу. Недостаточно энергии. Максимум брони. Я нихера не понимаю, куда эта дорога у нас. Угу. Ладно, пошли туда теперь. Здесь вроде никого нету. Будем устраивать сейчас шумиху. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. И он там где-то стоят. Что у них здесь? Максимум брони. Слушай, короче, надо как-то вот туда пробиваться, по ходу дела. А, эта тропинка у нас ведет обратно к дороге, я понял. А туда дальше у нас получается еще какая-то машина есть у нас. Точка входа. Что такое точка входа? Надеюсь, это не очень такая сюжетная штука, чтобы, блин. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони. Главное, чтобы не обошли. Маскировка активирована. Я не вижу их. Позицию. Максимум брони. Ну, допустим, допустим. Опять. Надо найти заложника. Осмотри здание и узнай, где его держат. Патрон, ты что портишь, придурок? Тихо, ладно. Взял, блин, патроны сломал. Ух ты, мать. Здесь до хрена этих, кстати. Ой, блин. Пророк, я у радара. Копируй данные. Внимание! У нас
нас есть точные координаты Залоги. Его держат в здании школы. Проверь карту. На радаре что-то есть. Похоже, сюда идет большой флот. Что-то не верится. Целый флот, и все из-за нас? Не отвлекайся. Сейчас твоя задача — найти заложника. Попробуй взорвать бензоколонку, это их здорово отвлечет. Так, мужики, я думаю, давайте будем это делать в следующей серии. В общем, да, будем это, наверное, делать уже в следующей серии, так что нам нужно еще подготовиться к этому всему. Патроны давали кучу всего. Но здесь вроде как неплохое такое местечко. Здесь же у нас никого нету. Здесь место неплохое, можно и остановиться. В общем, мы в следующей серии отправимся в эту деревню. Вот она, собственно говоря. Где-то там в здании школы должен находиться заложник. А, вот бензоколонка, да, наверное? Там, да, там такая охрана серьезная. Повоевать там нам придется знатно. Так что, в общем, да. Давайте, в общем-то, здесь мы и остановимся. И уже выдвинемся мы туда в следующей серии. Так что прощаемся мы с нашим героем. Но, как он, Номанд, да. В общем, до следующей серии. Так что, в общем, увидимся мы в следующем видео.